Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Продажа дисконт техники, огромный ассортимент, низкие цены, гарантия, сеть городских ломбардов «Титан». Телефон 450707. В Омутнинске оперативники отдела по борьбе с наркотиками с поличным поймали торговца гашишем. Мужчина сбыл около 100 граммов запрещенного вещества. Сразу после сделки его задержали бойцы СОБРа. Руки за спину! Наркодилером был пассажир «Гранты». 24-летнего молодого человека жители Омутнинска задержали и доставили в отдел полиции. При нем были обнаружены два подозрительных свертка. Два свертка из фольги. Два свертка со спичечный коробок весом около 100 граммов. По словам задержанного, эта крупная партия должна была стать последней в его незаконной торговле. После этой продажи он хотел, что называется, завязать. При продаже гашиша. Что такое гашиш? Наркотическое средство. Вы его потребляете? Нет. Продаете? По какой цене продаете? Я хотел все полностью сплавить. Ну, по какой цене сегодня вы хотели продать? 60 тысяч. Также в ходе обыска у подозреваемого дома полицейские изъяли еще более 30 граммов гашиша. У него изъято 100 граммов наркотического средства гашиш. При последующих обысках еще также обнаружено данное вещество. В настоящее время он арестован, проводятся следственные действия. Сейчас оперативники устанавливают клиентов омутнинского наркодилера. Уже известно как минимум 5 фактов сбыта подозреваемым наркотиков. По всем дополнительным эпизодам будут возбуждаться уголовные дела. Михаил Вагин, место происшествия.